Всем привет, с вами я, Валсупер, и это обзор модов, мод под названием Lanity Craft, с перевода, по-моему, означает «Звездные врата». Если кто знает этот сериал, то он и есть. Ладно, не до сериала нам. Так, зайдем в разделчик. Вот, видите, вы заходите в обычный ванильный раздел, и листайте дальше, и такая у нас картошка, SG Craft. Вот, видим, это, я о каждом блоке поподробнее расскажу. Это у нас на куах, да, какая-то руда. Вот, например, вы ее сейчас хотите добыть. Сейчас попробуем добыть все-таки. Так, перейдем в обычное выживание. И опа, а у нас получаются вот такие вот фигулины. Спросите, что это же такое? Это у нас, по-моему, этот, чтобы ресурс, чтобы у нас работал портал. Без этого никак портал работать, конечно, не будет. Вот. Это уберем. И это тоже. Итак, это у нас вот из этих слитков. Короче, я, если не ошибаюсь, вот эти вот слитки мы должны переварить, чтобы получить... Ой, слитки, говорю. Вот этот вот ресурс должны переварить и получить слитки зеленые. Сейчас попытаемся это сделать, чтобы вы не гадали, как же нам сделать выживание. Вот такой вот слиток. Сейчас мы это сделаем, И, давай. Нет. Странно. Как же все-таки слиток сделать? Такой блок. А, походу, такие слитки, они встречаются в обычном Майнкрафте. Ой, в обычном, говорю, просто в Майнкрафте встречаются. Так что вот так. Извините, друзья, но я не знаю, как этот слиток реально сделать. С чего он тут вообще делается? Так, ну, ладно. Сейчас это все удалим. Так. Следующий у нас блок — это контроллер, который делается вот таким вот образом. Три кнопочки, 4 обсидина, 1 жемчуг эндера и 1 кристалл коричневый, по-моему, или красный. Следующий блок — это у нас база, которая делается из двух резного песчаника, одного редстоуна, два слитка, нодхед какого-то, ока эндера, два железных слитка и один кристальчик синенький. Следующий блок — это у нас блок просто 5 железных слитков, 1 резной песчаник и 3 слиточка. Так, это у нас какой-то такой блок оранжевый. Два таких резного песчаника, одна светящаяся пыль, 2 слитка, 1 жемчуг эндера, 2 железных слитка, 1 красная пыль. Эти кристаллы можно найти в пещерах, в шахтах. Я так слышал, смотрел на разных источниках. Но думаю, что не врут. Вот это я не знаю, если честно говоря, как сделать. Но это можно добыть. Так, ну все. Теперь мы делаем портал. Так, это нам не надо. Возьмем все. Все. И теперь я покажу вам, чтобы работал портал, нужно его сделать для начала. Берем базу, ставим сюда, по бокам блок обычно черненький, потом оранжевый, потом все. Вверх такие блоки, потом снова оранжевый, как бы чередование идет. Вот, так. Главное, чтобы внутри была высота в 3 блока. Так, и теперь делаем вот здесь вот так вот. Оп, и все. И посерединке. Все, у нас получился офигительный портальчик. В HD текстурке. Так, правда, он что-то вот так вот, когда делаешь, он исчезает. Теперь ставим рядом контроллер. Вот он работает. Если вы поставите его сюда, то контроллер работать не будет. Так, так что ставим либо сюда, либо сюда. Ну-ка.
Да, сюда. Давайте поставим сюда. Так. И сейчас спросите, что же это за символы такие? О боже, что делать? Папа, паника, паника. Нет, друзья. На самом деле заходим в портал правой кнопкой мыши. И запоминаем вот эти вот буквы. Как раз я сейчас запишу их. Там. В. Л. Х. Там. МВД. Так, все. Записали. И сюда нужен... Так, 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 так. Вот, я возьму стак. Ну, можно не стак. А, где-то штучек 20. Ну, полтора стака. Ложим сюда. Так, и все. И, друзья, не надо писать вот это вот. Сюда вот, в один контроллер. Надо... Ну, вот, я сейчас вам напишу. Вот, вот так, так, так. Видите, он не будет работать. Он просто не даст вам пройти никуда. Этот портал нужно построить где-то в любом месте. Например, давайте построим... Ну, построим его здесь вот. Строим таким же образом. Так, так. Чик, чик. Строим. Все, построили. Здесь также ставим контроллер. Так. Заходим сюда, ставим... Нефтяную эту фигнюшку, наверное, нефтяная. И это тоже... Нет, это можно не записывать. И все, мы вводим... Смотрите, сейчас вам расскажу. Вот, например, вы посмотрели здесь текст, вот этот вот. Не надо сюда рядом с ним писать. А переходите в другой портал. И пишите вот сюда, от первого портала букву. Вот, сейчас напишем. М. В. Символы могут быть разные. X, MPD. Все, у нас заработал портал. Если я успею, если нет. Смотрите. Не стойте, пожалуйста, здесь, потому что может произойти просто хаос. Давайте заспамим несколько криперов. Сейчас вы сами все увидите. Вас просто убьет. Вот, видите? Вас просто убьет. Это офигенная текстурка. Просто офигенная. И смотрите, запомнили местность? Деревня, сзади ничего. Коровка вон там. Вон она вон там. И, а где крипер? А вон. Ну все, заходим. С Богом. Бульк, я здесь появился, все. Тоже деревня вон. Тут коровки, правда, не видно. Вон тот портал, где мы были. Там крипер, да. И все. Сразу хочу предупредить. Не ставьте его дома. Стройте подальше где-нибудь, потому что взрыв может произойти, если, например, вы захотели перенести этот портал. Ну, ой, например, смотрите. Ой, да кого там ты говоришь? Его можно и так включенным перенести. Нет, на самом деле, включенным его никак не перенесешь. Иначе это навредит дому. Вот так. Все, взрыв, видите, какой большой? Это может взорвать все сундуки, которые были у вас, вещи. И взорвать ваш дом. Вот. И пиши пропало. А тот портал, конечно же, отключится и все. Думаю, все понятное и толково объяснил вам. На этом я заканчиваю. С вами был Фолк. Супер. Подписывайтесь на мой канал. Ловите пороха. Всем удачи. Всем пока. Ссылку я выложу на этот мод в описании. Пока. А, еще ставьте лайк за мой новый микрофон. Пока!